Наступают сильные холода, и, к сожалению, не каждый человек может от них укрыться. В Днепре на Лоцманской 22А существует пункт обогрева, который открылся 1 декабря и будет работать до наступления тепла весной 2022 года. Место рассчитано для тех людей, у которых возникли жизненные ситуации с отсутствием места для ночевки. Это могут быть и люди вовсе с улицы, без наличия документов. Есть люди, которые остались без жилья, люди, которые находятся в критических ситуациях, то они могут обратиться к нам, мы даем направление на обследование, медицинское обследование, и тогда они становятся на обслуживание и могут находиться в нашем центре ночного пребывания и социального сопровождения до полугода. Пункт предоставляет человеку все необходимое – одноразовое комплексное питание, чистая одежда, ночлег, средства гигиены, полотенца. Есть и возможность принять душ. Остановиться на ночь можно в отдельной комнате, где обустроены 9 койко-мест. Вот здесь эта комната рассчитана на тех людей, которые нуждаются во временной остановке, во временном проживании. Здесь они могут остановиться. В пункте обогрева также есть банк одежды. В нем есть все, начиная от белья, заканчивая теплой обувью. Вещи организации предоставляют не безразличные люди. Те люди, которые к нам обращаются, зачастую им негде постираться, им негде переодеться, поэтому они нуждаются в одежде. Создание пункта обогрева сделано по идее городских властей. Далее планируется расширение этого места. Властям важно обустройство и жизнь каждого гражданина нашего города, поэтому финансирование данного пункта из городского совета, департамента социальной политики.